Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. С вами Кроша. Это прохождение Plants vs. Zombies 2, друзья. То есть растения против зомби 2. Да, вы не ослышите, это замечательную игру мы снова будем проходить. И в этой серии мы уже откроем вот это существо. Вот этот боб. Но мы сможем, я надеюсь. Короче, друзья, сразу напомню, как обычно, кому понравилось мое видео и кто хочет поддержать мой канал, можете нажать на прямоугольничек подписаться, а можно здесь, либо на водяной значок. Крош, друзья, в правом верхнем углу. А мы, наверное, начнем. Давайте, 9 уровень. Так, что у нас здесь? Опа. Нежданчик. Так, вы, друзья, видите, что такие вот интересные у меня растения появились. Что-то я не знаю, какой у него будет сверхспособность, но я возьму его. Также возьмем вот этих, как обычно. Вот этих, наверное, не надо брать. Потому что я не вижу здесь мужиков с этими, с бочками. Ну, если что, потом, короче, переиграем. Так. И, как обычно, возьмем вот этого парня и вот этого, наверное. Хотя нет, давайте вот этого парня возьмем. Да, last strike. Давайте, давайте. Они решили нас потопить, парни. Мы должны их сделать. В принципе, походу, они будут только прыгать. Прыгать к нам. Ну что ж, встретим их по-отечески. Так. Давай. А, понятно, понятно. Все ясно. Все, 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 чувак. Успокойся, только спокойствие, только спокойствие. Понятно, я этого потом аккуратно пущу. Давай еще чуток. Да, тут сейчас он будет, конечно, грызть. Наверное. Ну-ка, парень, втащи-ка ему. О, парень, ты сразу сдулся. Я-то думал, а ты, оказывается. Так, потихоньку загружаем это полушарие. Вот сюда бы вот этих бы еще поставить бы, конечно. Было бы вообще замечательно. Да, походу и надо будет. Сейчас сначала вот этого поставим. О, мы еще вот этого сможем поставить. Да. В принципе, это неплохо. Сейчас их втаскивать им будут. Так. Просто парень нежданчик получил. Так. Блин, мне бы вот здесь вот, конечно, бы... Конечно, бы еще вот этих поставить. Блин, не того поставил. Не того поставил я. Нет. Так, вот этих я, наверное, сразу вот здесь вот, вот так вот превращу. Пускай даже не грызет. Ну-ка, втащи всем просто. Тройной удар. Я вот тут вот этих хотел поставить. А тут вот этих можно поставить, в принципе-то. Так. Блин, не хочу тратить на него.
Там, в принципе, сильные ребята стоят. Просто выхлёстывают. Ах, зря. Зря. Ну ладно, зато больше не надо уже тратиться на них, как говорится. О, там вообще прям мясо идет. Ну что ж, встретим этих ребятишек. Так, один ряд прям полностью есть. Опа. Монеточка. Да, мы тут явно побеждаем. У них даже нет шансов. Просто они... Просто идет мясо, друзья. Что я могу вам сказать? Да. Просто мужик дошел с этим шлемом, он уже был покоцанный. Скорее всего, они не смогут нас сделать. Нет, чувак, не тебя, не тебя, не тебя. Вот тебя. Интересно, мы вот этого можем на воду, конечно. На, конечно, нет, но все-таки. Смотрите, просто... Просто жесть, друзья. Просто мне их жалко. Все, в принципе, мы построили все, что нам надо было. Сейчас от этого еще получим монетку. Вот такую. Что там, еще пойдут ребята? Нет, друзья, все. Мы победили в этом баттле. И что мы получаем? А что же мы получаем? Что это за растение такое? Ни хрена не слышно. Nola X2 Map. Next level. Это мы уже, наверное, узнаем. Ого-го-го. Да, это будет опасно. Опасненько. Угу. Вот это вот растение, друзья, я с ним первую часть просто прошел вдоль и поперек. Наверное, самое любимое мое растение. Да, было. Итак, друзья, наверное, на этом мы уже закончим с вами эту замечательную игру. И уже встретимся в 10 уровне. Нам, в принципе-то, недалеко осталось. Да, ну как недалеко, очень далеко осталось. Так, да, до главного босса, но ничего, ничего, друзья, мы с вашей помощью я дойду, и все будет нормально. А с вами, друзья, был Крош, подписывайтесь на мой канал, поддержите его, ставьте пальцы вверх, комментируйте, и до новых встреч, друзья, пока-пока.